Всем привет, привет, привет. Я очень рад, что вы нашли возможность, силы, время в такой день, чтобы принять участие в этой встрече. Спасибо отдельное тем, кто сейчас на работе, на учебе, еще где-нибудь. Вот. И спасибо всем остальным, равноценное спасибо всем остальным, кто нашли время и возможность присоединиться к встрече. Меня зовут Валдис, и сегодня вместе с моей прекрасной коллежанкой Настой, посмотрите на меня, Наста, которая подписана сегодня в чатике и с камерой, вот, мы будем задавать рамку этого разговора. Это интерактивный разговор про то, что такое права человека, правозащитные организации и где можно волонтерить. Вообще-то мы сначала, с самого начала хотели вам немножко рассказать про вообще, кто мы, наверное, потом, кто, что это за неделя, что это за мероприятие сегодня, и немножко быстренько тоже познакомиться с вами. Как Валдис говорил, меня зовут Наста, мы с Валдисом с командой правозащитной организации «Human Константа». Мы занимаемся продвижением общественных интересов и совместными действиями в ответ на современные вызовы для прав человека. В основном в Беларуси, но на самом деле мы уже действуем глобально, как показывает практика. И у нас есть три такие приоритетные направления, которые мы для себя обозначили, но они постоянно у нас развиваются, нарастают. Первое – это защита прав человека иностранных граждан и лиц без гражданства. Второе – это цифровые права или права человека в цифровую эпоху. Третье направление – это антидискриминация и образование в сфере прав человека. И туда же у нас входят и вопросы hate crime, hate speech. Да, и также я еще, например, там, пытаюсь продвигать тему спорта и прав человека пересечением. Вот. Я этим занимаюсь, потому что я хочу жить в справедливом, безопасном и мирном мире и Беларуси, где каждый и каждый человек могут пользоваться всеми правами человека, независимо от происхождения, возраста, инвалидности, сексуальности, миграционного статуса, взглядов или других любых отличий. И я искренне верю в то, что каждый и каждый из нас ответственны за это и могут сделать свой вклад. Сегодня 9 ноября, и мы уже традиционно начинаем неделю просветительских действий за равенство и инклюзию. В рамках Human Константа мы уже посчитали это прям 10-я юбилейная неделя, во время которой мы пытаемся говорить об идеях равенства, уважения человеческого достоинства, недискриминации. А вот дата 9 ноября, она важна в контексте о правах человека и борьбе с фашизмом. 9 ноября. 9 ноября – это дата значима в контексте разговора о правах человека. И если говорить про фашизм и антисемитизм, окей, если мы с анархической перспективы смотрим и демократические, то ликвидация монархии. Да, именно про 38 год. И это события, которые вошли в историю под названием Криштальнахт. Да, это когда произошел крупнейший, огромный массовый погром в отношении еврейского населения и людей, аффилированных с еврейским населением Германии, нацистской Германии, в Третьем Рейхе, когда даже с толчка властей действующих массовые произошли нападения, избиения, убийства, ограбления еврейского населения. И эта дата важна для понимания того, что то, что произошло вот в эту одну ночь, это не произошло вот так вот по одному щелчку пальца, да, по мановению палочки какой-то. Все это готовилось на протяжении предыдущих многих лет. Предыдущие многие годы правительство Германии, отдельные группы занимались дегуманизацией отдельных групп населения. Они говорили о том, что насилие, дискриминация и исключение, эксплуатация отдельных людей возможны, допустимы. Правительство Германии, кроме того, как игнорировало насилие в отношении этой группы, оно еще и потворствовало этому, способствовало этому, да. И для нас это сигнал, напоминание о том, что никогда геноциды, массовое уничтожение и нарушение прав человека не происходят одномоментно и просто так. Все это очень долгие годы подготовки к этому. Вот. Ну да, считается, что именно с этого начинается геноцид, начался именно с такой, вышел на свою как бы прямую, грубо говоря. Да, и вот международная неделя, общеевропейская неделя просветительских действий против фашизма и антисемитизма, она как раз-таки начинается с этого дня, и она призвана напоминать о том, что, точнее, обращать внимание в том числе, что сейчас во многих странах, на всех континентах уже, есть очень много таких фашизоидных тенденций, да, тенденций в публичной политике со стороны популистских партий и движений, что допустимо, можно, оправдано и даже необходимо применять насилие и дискриминацию в отношении отдельных групп, чтобы нам всем стало лучше.
ну, избранным, да, каким-то категориям людей, чтобы им стало хорошо. Вот. И, например, меня это очень пугает, потому что мне кажется, что если начинать дискриминировать одну группу, то это легко потом распространяется на все другие группы. И в Беларуси, к сожалению, мы видим очень сильную иллюстрацию в последние несколько месяцев, как это может работать, когда права одной группы сначала игнорируются и не защищаются, потом точно так же такие же правила работают абсолютно для всех людей, независимо от любых отличий. Вот. Что-нибудь еще добавить про начало недели, Настя, может быть, хочешь? Ну, наверное, нет. Единственное, что, наверное, сейчас это вторая неделя, когда мы пробуем делать онлайн, но прямо сейчас мы планировали делать онлайн, то есть раньше действительно мы проводили очно, и часто были большие-большие ивенты с концертами и со всем таким, и поэтому для нас тут новый опыт. С одной стороны, конечно, мне очень нравится, что сейчас мы смотрим на всех через экран, но с другой стороны, нам важна безопасность людей, и плюс к нам могут подключаться люди с разных городов и стран, что тоже немаловажно для нас. Да. И я очень рад, что сегодня нам получилось собраться в такой группе. Целых 21 человек, это прекрасно. Ну что, в принципе, ну, если больше никто не хотите ничего говорить, и так достаточно большой список, спасибо большое. Я сейчас даже в комментарии скину списком, я записывала то, что вы называли как свои ассоциации, чтобы вы тоже могли посмотреть, какой большой список. Иногда кажется странно, что вот, казалось бы, какие-то права человека, какие-то занудные, может быть, правовые конструкции или что-то, а люди называют так много всяких вещей. Еще меня всегда впечатляет, что вот свобода, у вас тоже это самая распространенная ассоциация, и в группах, где мы проводим такие семинары по правам человека, у нас есть классический вариант «Права человека на пальцах», там это, наверное, одна из самых распространенных ассоциаций, и мне всегда это очень приятно, что это как раз не ассоциируется с чем-то, не знаю, правовым, занудным, там, неработающим. Тут есть, да, вернее, Беларусь, это про такие вещи есть тоже, но в целом, как ни странно, права человека вызывают позитивные ассоциации часто, и хотелось бы, наверное, дальше, исходя из этого, больше разбираться, что все-таки имеется в виду под правами человека. Мы сегодня не будем проводить в классическом совсем виде этот семинар «Права человека на пальце». Мы хотели для вас рассказать только 3 тезиса из него, которые нам кажутся самыми важными, и для этого сейчас быстренько я это сделаю. Я даже нашла одну свою презентацию небольшую по этой теме и хотела вам быстренько показать. На самом деле, как ни странно, права человека исторически созданы достаточно давно. Мы начинаем отчет с 1948 года, наверное, в таком виде, про то, что мы разговариваем, рассказываем. Но как логотип международный, он появился не так давно. В 2011 году Организация Объединенных Наций провела большой-большой конкурс на визуализацию прав человека, как они могут выглядеть. И там из большого количества тысяч вариантов выбрали именно этот вариант. И сейчас на всем международном уровне, международным таком общепризнанным символом прав человека является вот эта рука голубь. Да, это тот символ, который, наверное, советую запомнить. То есть если вы где-то у кого-то увидите, почему-то в защитный центр «Весна» используют часть логотипов, мы там часто в своем мерче где-то используем. То есть действительно это то, если вы увидите этот символ, то сразу понимаете, что разговор идет про права человека. Да, то, что, к сожалению, может, не так много распространено, не так много знают, и поэтому мы вот любим на своих семинарах начинать с того, чтобы показывать и напоминать. То есть знакомим с прав человека с визуальной частью. Следующий слайд, который вот первый тезис. А про то, что права человека мы подразумеваем всегда как такую дуалистичную двустороннюю конструкцию, которая очень сильно между собой взаимосвязана, но нам важно подчеркивать эту связь. Там, например, один наш коллега Миша Мацкевичин, когда рассказывает этот тезис, он любит говорить про то, что как все представляют правозащитников, там, не знаю, людей, которые сидят, занудно пишут всякие жалобы, там, ссылаются в какие-то международные органы, жалуются. То есть какая-то часть из этого есть, но первичная часть, которая очень сильно доминировала даже по вашим ассоциациям, про свободу, про равенство, про уважение, там, про антидискриминацию, действительно в основе прав человека лежат такие вещи, вот как верхний вот этот квадратик, про ценность, идеи и определенная философская концепция, определенный философский подход. И если мы говорим про те ценности, которые лежат в основе прав человека, то это 4 вещи. Это свобода, которую вас много изучала, про равенство, да, имеется в виду как раз равенство перед законом, про равенство возможности, про справедливость тоже у вас было, и про человеческое достоинство, да, тоже у вас была ассоциация про достоинство, то есть это такие 4 базовые ценности, на которых, с которых права человека вышли, на которых они опираются, и вообще все, что принимается в рамках прав человека, все, может быть, даже международные декларации или все действия, они всегда руководствуются именно этим ценностным подходом. Понятно, что это достаточно абстрактные понятия, мы с вами можем выводить достаточно разные, то есть исторически можно, наверное,
увидеть, как эти идеи ценностные появлялись достаточно рано и к чему они приводили. И понятно, что когда говорим про права человека, то эти ценности, они тоже определенно имеют расшифровку. Да? И сейчас не сильно много уделять внимания не буду, у нас не так много времени, мы скинем вам тоже немножко почитать материалы. Но идея про то, что если мы говорим про свободу, да, это про свободу быть, выбирать, кем мы хотим быть. Да? Про равенство — это про равенство перед законом, про равенство возможности. Про справедливость — это имеется в виду про какую-то пропорциональность, да, того, что там человек делает, не знаю, последствий своей ответственности за свою свободу. И про человеческое достоинство — это про то, что там люди имеют, обладают специальными отдельными качествами, которыми они заслуживают определенного отношения, связанного с тем, что они, ну, там, их нельзя там держать в рабском, например, неподневольном состоянии, в плохих условиях содержания. То есть это именно в этом аспекте, да, человеческое достоинство как особенность нас, как мыслящих существ в каком-то смысле. И вторая часть, второй очень важный блок, который уже такой, наверное, более занудный, приземленный, но через который тоже очень важно изучать и понимать права человека, это блок, связанный с тем, с конкретными нормами. То есть мы, к сожалению, не можем даже в суде ссылаться и говорить, что там, не знаю, это дискриминация, и у нас есть, мы должны быть все равны, и поэтому это нарушение. Все равно нам надо на что-то ссылаться. Поэтому в основе прав человека лежат определенные нормы, закрепленные там, например, на международном уровне, в определенных документах. А мы здесь говорим там, про всеобщую декларацию прав человека, в первую очередь, про международные пакты, про конвенции, про договоренности, которые есть, и мы немножко тоже про это поговорим и почитаем их даже. Но нормы эти достаточно общие, и более конкретно из них выводятся стандарты, то есть это та практика на международном уровне, как эти нормы используются, и специальные профильные институты, которые занимаются защитой прав человека, и специальный механизм. То есть это первый такой вот небольшой блок про то, что все-таки мы понимаем под правами человека, как двухсторонне очень важные, очень связанные между собой концепции. То есть, с одной стороны, это вот эти ценностные вещи, с другой стороны, очень конкретные нормы, институты, механизмы, которые можно просмотреть и прочитать. В общем-то, это такой совсем простенький тезис. Если вам попросят спросить, что такое права человека, можно так говорить, что это и про то, и про то, и важно про это помнить, и изучать это можно тоже с двух сторон, как ценностную конструкцию и как конкретные вещи. Следующий теоретический блок, быстренько, на котором у меня 10 минут, он сильно, как бы вам уже всем известен и всем понятен. Действительно, мы делаем такие ситуации, немножко про них тоже пройдусь и расскажу, но, наверное, самое базовое, с чего начну, вот эта ситуация про Петра и Василия, это то, с чего мы начинаем, и тут, наверное, стоит прокомментировать, потому что были немножко разные мнения в группе, в том числе я вижу, когда один человек, например, сбивает другого человека. Очень часто, когда мы говорим про права человека, вот у вас тоже была ситуация в группе про справедливость, и нам кажется, что любая несправедливая ситуация это так либо иначе связана с правами человека. Ну, вот мне нравится эта связка, конечно, но наш тезис звучит про то, что права человека — это не про все на свете. То есть на самом деле права человека, нарушение прав человека — это только про определенные ситуации, и как нам понять, это про эту ситуацию или не про это, есть такой небольшой тест. Первый тест, который мы делаем в этой ситуации, даже сейчас включу демонстрацию экрана и покажу, это связано с тем, между какими людьми, вообще между кем, точнее, происходит сам конфликт. Да, то есть если конфликт происходит между человеком и человеком, просто физическими лицами, просто людьми, то это не будет про права человека. Да, то есть это не может быть даже вот то, что право на здоровье, остальные вещи, это про то, что государство должно гарантировать нам. Дело в том, что все международные договора, вот помните там первый тезис, да, если права человека — это нормы, то эти нормы кто-то принимает, кто-то подписывает. Все там декларации, конвенции, пакты, это все декларирует, подписывает государство. Да, то есть они несут ответственность за исполнение. Мы с вами этих документов не подписываем. Ну, не знаю, может быть, кто-то из вас подписывали, но, например, лично я ничего не подписывала, и, соответственно, у меня нет обязанности кому-то там гарантировать право на здоровье. Да, у меня скорее есть, может быть, обязанности на уровне государства, там, не знаю, не нарушать уголовный кодекс или еще что-то не делать, но вот на уровне международного права и прав человека у меня никаких обязанностей нет. Как бы мы считаем, что есть одна обязанность у человека в контексте прав человека, это следить, чтобы права человека не нарушались, все остальное нам кажется, что это не сильно, ну, как бы никаких обязанностей нет, есть права. То есть как раз права человека — это самая конструкция, которая обязательно первым критерием, когда мы говорим, это про вот эту вертикальность вот на этой схеме, про то, что обязательно должна быть вертикальность между человеком и властью. Если кто-то из них, если человек избивает другого человека, например, там, Василий избивал Петра, мне кажется, да, я все время путаю, кто кого избивал. Но вообще, если Василий, который избивает Петра, он при этом сотрудник милиции при исполнении, он, например, задерживает человека, который не сопротивляется, ничего не делает, он его избивает, то это уже будет вертикальное отношение, потому что сотрудник милиции в этой ситуации представляет собой государство и власть. Или если во время допроса там не нравится ответ, начинает избивать, то он будет представителем государства, это будет вертикальность, это будет про пытки, про нарушение прав человека. И тогда этот первый критерий проходит, и тогда мы говорим, что это, да, нарушение прав человека.
Но при этом, например, государство обязано гарантировать эффективное правовое регулирование конфликтов между людьми. Если, например, избитый там, Петр обращается в милицию и говорит, что меня сбил этот человек, а государство отказывается по каким-то причинам принимать это заявление и расследовать это, то это тоже уже будет нарушение прав человека, потому что оно с этой вот горизонтальной панели перешло в вертикальную. Да, и, соответственно, мы здесь можем говорить, что какое-то право действительно нарушено, и ну, именно право на эффективные правовые механизмы защиты, например. Да? То есть государство обязано создавать такие вот механизмы, при которых люди могут быть защищены. Но конкретно в такой совсем ситуации, как она была описана, что один ударил второго, и нет вот этого уточнения на вертикальную связку, то мы говорим, что как бы тут не будет. Второй момент. Мы сейчас вам не давали ситуацию, но мы даем такие ситуации про то, что, например, там... где-то людям там что-то не досделали, там не додали каких-то вещей, а другим там давали, там или какие-то там такие ситуации, в общем-то, когда права человека, еще один важный тезис, вторая часть теста, кроме вертикальности, которую мы проверяем, это какое именно право нарушено, да, почему у нас был вот этот вопрос. Опять же, например, у нас нет у всех права на Wi-Fi пока что. То есть мы выводим право на доступ к информации, что есть часть, например, в том числе через что, но пока, например, на международном уровне это право не закреплено. Соответственно, если вашим соседям провели Wi-Fi и вам не провели, то есть мы не можем говорить, что ваше право человека нарушено. Да? То есть пока такого отдельного права нет. То есть права человека — это определенный набор, список прав, которые надо знать, которые как раз прописаны. Вот мы вам скинули базовый документ, то есть декларация прав человека, есть пакт о гражданских и политических правах, сегодня тут отлично уже озвучивали про международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Да? То есть это какие-то базовые, общий базис, который общий принят почти во всем мире, почти все государства ратифицировали эти документы. Про них мы можем говорить, что это то, что действительно распространяется. Так вот, если их там почитать, на самом деле там не так много, там всего 20-30 прав, которые действительно гарантируют, и мы можем посмотреть с акцентом на что. Например, там есть запрет на пытки. Если мы говорим про вот, ситуацию один, когда содержали 20 человек там, на 5 мест, это уже считается пытками. Да? Если сбивали, там, при, грубо задерживали, это тоже может считаться пытками. Да? То же самое, если считается по международным стандартам, если государство, там, вот у нас было про страну, которая не пустила людей, которые бежали из своей страны, говорили, что нас пытают, если они их не впускают и опять создают для них угрозу пыток, это тоже считается пытками. Да? То есть это вот по международному праву стандарты говорят про это. То есть это право, которое закреплено. У вас по ситуациям, наверное, из тех прав, которые звучали, то есть да, было вот по первой ситуации про право на свободу высказывания своего мнения, право на свободу мирных собраний, очевидно, да, право на справедливый суд, да, то есть вот право на защиту, которое в том числе включает, да, право на справедливый суд. Многие такие важные базовые права. А, ну, про Петра и про Василия ситуацию мы посмотрели. Ситуация про пограничные, да, это, опять же, то, что свобода от пыток, да, и право на свободное перемещение, и действительно право на обращаться статусом беженцев, это есть это право. То есть государство должно как минимум пустить и начать рассмотрение процедуры. Есть запрет на высылку в страну, где человеку угрожает какая-то опасность пыток, там, военных конфликтов, либо преследования по различным дискриминационным причинам. То есть они должны разобраться и, естественно, должны не пускать. Причем, конечно, мы эту историю, то есть все истории более-менее реальные. Это история, когда людей не пускают. Мы в первую очередь говорим про то, что мы вот много лет занимаемся в Бресте, когда часть людей, которые бегут в основном с Северного Кавказа, пробуют попасть в Польшу, Польша их не пускает, то сейчас вообще как бы не пускали. Сейчас иногда такие ситуации уже с Беларусью, людям из Беларуси происходят, когда кто-то тоже там преследует здесь, пробует выезжать, и там иногда не пускают. Ну, в основном сейчас, конечно, пускают, но бывают разные ситуации. То есть это тоже в том числе стало уже, к сожалению, актуально и про нас, и про пытки, и про вот эти пограничные проблемы. Но в целом, как бы, вот тогда была более уникальная для нас ситуация, и действительно, тут очень большой список прав нарушается. Ну и про последние ситуации, про запрещенный список для женщин, то есть действительно, тут есть право на труд и свобода от дискриминации, да, то, что базовое здесь нарушается, то есть действительно ограничивается право на труд по дискриминационным причинам, именно по там, гендерной принадлежности, что, конечно, не должно иметь места. Сейчас нам уже обещают, наконец, этот список как будто бы отменить, но на сегодняшний день еще действует, и там как бы, да, много странных профессий, которые даже непонятно, почему там есть, и просто типа защищают репродуктивных женщин, при этом эти же работы вредят также мужчинам на самом деле и также нарушают их репродуктивные функции, к сожалению, при этом не думают, и мы как бы глобально топим за вообще нормальные условия труда, в том числе, когда говорим про проблему этого списка. Вот, в общем-то так, то есть вот этот тезис про то, что права человека не про все на свете, это про вот вертикальность и про тот набор прав, которые стоит знать, почему вот мы скидываем эти документы, мы тоже в постписьме вам пришлем эти документы,
просто советуем найти время, немножко почитать, ориентироваться. Ага, вот на это у нас есть право, а вот это может быть еще не регулированное, к этому только идут. Поэтому, в общем-то, тезис, наверное, про это. Наверное, еще хочу добавить тут же про права человека, про то, что вообще мы иногда говорят, что права человека — это что-то такое естественное, мы родились, они сразу у нас есть. Мы скорее исходим из того, что права человека — это очень искусственная конструкция, которая появилась в конкретный исторический период после Второй мировой войны, когда государства пережили опыт там, геноцида, Холокоста там, в первую очередь, и поняли, что надо придумать какой-то механизм, чтобы следить за тем, что происходит внутри стран, да, и в том числе иметь возможность включаться и реагировать на эти события, потому что раньше был очень серьезный принцип невмешательства, и, соответственно, сейчас мы можем говорить про то, что как бы это та точка, которая ставится общей, да, для всех. И отчет мы берем с создания Организации Объединенных Наций и с принятия всеобщей декларации прав человека. Достаточно новая конструкция, к сожалению, как бы мы видим сейчас во всем мире, наверное, откат определенный от прав человека, но, тем не менее, это не значит, что не надо за них бороться, высказываться и поддерживать. Вот, в общем-то, это был такой совсем быстрый-быстрый экскурс во второй тезис про права человека. И вот следующий тезис, который мы хотели сегодня озвучить, это о том, что права человека — это про меньшинство и не про счастье, да, если условно так это назвать, я попытаюсь объединить, да, два. Про меньшинство в том смысле, что права человека не гарантируют счастье для каждого человека. Цель и задача прав человека, которые были созданы, разработаны, они для того, чтобы гарантировать каждому, каждой и каждым возможность сохранить свое человеческое достоинство. И вот обычно я спрашиваю, можете ли вы назвать самое распространенное меньшинство в мире, в Беларуси, где угодно? На самом деле есть, да, огромное количество разных групп, которые по разным причинам объединяются сами, либо их объединяют за них, вместо них. Но каждый из нас тоже является носителем, носительницей неповторимых качеств. Каждый из нас – уникальная личность, которая должна быть защищена. То есть мы, каждая, я, например, да, мы то самое меньшинство, которое должно быть защищено от вредного насильственного воздействия со стороны. И очень важно еще при разговоре о большинстве-меньшинстве упоминать, что большинство не всегда про количественное большинство. Часто жизнь тогда современная выстроена, что чаще разговор идет о качественном большинстве и как раз-таки количественном меньшинстве. Например, случай с любым производством, да, с любым, условно, заводом, да, когда мы берем, весь завод, все люди, которые вовлечены в это во все, да, и есть всего лишь там какая-то маленькая часть только людей, которые называются менеджментом, управлением этого всего, да, процессов. Огромнейшее количество людей занимается непосредственно, да, производством. То есть есть условно рабочие и часть людей, которые управляют этим всем. Вот эта маленькая часть людей, которые владеют властью, да, они являются в этом случае тем самым большинством, которое имеет возможность принимать решения, которые влияют на жизнь всего вот этого большинства, да, количественного. Вот. И очень интересная цитата, которую обычно любим упоминать в этом случае, и она еще жестче и больнее становится с каждым днем в Беларуси. В Третьем Рейхе, ну, вообще, в принципе, все эти преследования, все массовые нарушения прав человека начинаются именно с меньшинств. И в этом, и вот иллюстрацией этого служит цитата пастора Немеллера, протестантского пастора в Третьем Рейхе, который говорил о том, что сначала они пришли за коммунистами, я молчал, я же не был коммунистом. Потом они пришли за профсоюзниками, участниками профсоюза. Я тоже молчал, потому что я не был участником профсоюза. Потом они пришли за евреями, и я молчал, потому что я не был евреем. А потом они пришли за мной, и некому было что-либо сказать в мою защиту. Так вот, да, это тезис о том, что права человека — это всегда про меньшинство. Их цель — защитить каждого, каждую, каждых из нас, наши маленькие группы, от насилия, от и власти со стороны государства и других структур. Вот. Передаю слово далее Насте. Да, супер.
спасибо, Валдис. Ну, в общем-то, да, то есть права человека как щит, который защищает человека. Кстати, в своем тезисе я про это не договорила, что права человека — это как раз щит, который защищает человека от государства. Как раз это было придумано, что что-то было, что должно все-таки выстраивать этот механизм, что-то защищать. И тут, соответственно, тоже права человека выступает как щитом вот этого меньшинства любого от большинства, который хочет, чтобы все были немножко по-другому. Да? Поэтому вот этот вот образ прав человека как щита, человека от государства и меньшинства от большинства, это тот образ, который мы обычно показываем и рассказываем, что для нас важно в правах человека. Спасибо, Валдис. И последняя, наверное, такая часть, про которую мы хотели поговорить, мы анонсировали, что мы хотели бы больше рассказывать про те правозащитные организации, которые есть в Беларуси, потому что, в принципе, там много лет занимаюсь правами человека, изнутри-то ты многих знаешь, а на широкую аудиторию люди не всегда знают, просто потому что у нас достаточно и много работы, и мало времени там на пиар, на выход на широкую аудиторию. В принципе, функциональные каналы ограничены. Это сейчас, например, понятно, что многие люди из-за ситуации в стране узнали, что есть такие правозащитники, перестали их бояться, там стали более активно обращать внимание, и все там знают, не знаю, бот весны и что-то такое. И вот мы хотели такой совсем быстрый экскурс рассказать немножко про то, какие вообще есть правозащитные организации в Беларуси, и даже рассказать про опции, где можно волонтерить, чтобы еще больше, может быть, изнутри познакомиться. Значит, правозащитный центр «Весна» и БХК, наверное, самые старейшие правозащитные организации в Беларуси. Если БХК самые, наверное, старейшие, они занимаются адвокатированием в сфере прав человека, у них много профильных тем, связанных с дискриминацией, и, в принципе, консультируют по широкому профилю, у них есть программа по помощи людей в заключении, там они на письма отвечают. То есть тоже достаточно много. Активно лоббируют принятие дискриминационного законодательства, это как раз наша такая точка пересечения, и много занимаются международными механизмами защиты прав человека, всяких там универсальными периодическими обзорами, и не только. Так что да, мы всех любим и знаем про... да, вот я уже вижу много сейчас список, буду сейчас всем... Да, а я про белорусский в первую очередь, да, Иван, про рассказывать. Про защитный центр «Весна» вы слышали, что сейчас они те, кто занимаются именно репрессиями в отношении активистской среды, тех, кого задерживают за участие в акциях, политзаключенными. Также там тоже много программ, связанных с пытками, с пенитенциарной системой, по теме смертной казни, есть профильная кампания против смертной казни, образовательными вещами, да, то есть это достаточно большой широкий профиль и спектр с организацией, которая здесь ее права, профильная организация, которая занимается защитой прав человека женщин, в первую очередь. Вот есть инициатива «Маршрутек», которая тоже продвигает близкую тему и лоббирует принятие закона против домашнего насилия. Тут еще у вас в списке была «Pro Bono Bae», то есть я не скажу, что это именно правозащитная организация, но элемент очевидно есть, и мы многое вкладываем, чтобы был подход, то есть скорее это нефункциональная волонтерская инициатива, которая собирает информацию про другие. Живая библиотека в какой-то степени, да, есть много организаций, которые во многом пользуются, да, живая библиотека много говорит, рассказывает про права человека, поэтому, да, соглашусь, что как подход, который хорошо распространен. Белорусская ассоциация журналистов, да, я вижу отлично, да, как раз те, кто профильно занимается защитой прав, права на свободу высказывания мнений, мы тоже тут много пересекаемся, и именно группы журналистов, да, Делопи — это отличная правозащитная компания, к сожалению, с грустной темой, и близко тоже мне, потому что это про иллюстрацию преступления на почве ненависти на основании убийства человека на сексуальной ориентации только из-за этого Миши Пищевского. Вот, еще с организацией, наверное, которые у вас тут не права инициативы, как раз я хотела сказать, Латренд, да, вот я как раз все эти хотела называть. Права инициативы — тоже очень старая белорусская правозащитная организация, которые классические их темы — это вопрос пыток, вопросы условий содержания, вопросы даже нарушения прав человека в армии, да, то есть достаточно большой широкий спектр. Сейчас много делать мультимедийных проектов, там, может, сериалы прав человека посмотреть, квизы, то есть это то, что, наверное, у них интересное. Латренд — это центр правовой трансформации, да, это правозащитная организация, один из профилей сейчас — это «Свобода ассоциации», они консультируют, помогают, например, с регистрациями некоммерческих организаций и вообще в целом лоббируют изменения законодательства по ряду вопросов. «Зеленая сеть», да, как экологическая организация, которая защищает экологические права, ну, это в целом сеть всех экологических организаций, наверное, более профильная я бы назвала «Экодом», который, да, много говорит, про БИС, не знаю, я бы, да, вот «Экодом» как раз есть. Ну, прописано, наверное, меньше могу сказать про правозащитный элемент, я просто меньше знаю. И вот так как раз организацию Иван дописал, которую я хотела, про офис права людей с инвалидностью. Это просто явно с какого-то заявления по признанию политзаключенных вы дописали, да? Или что-то такого, да? Офис права людей с инвалидностью — профильная организация, которая помогает людям с инвалидностью. Есть Белорусский документационный центр, который собирает информацию про всякие факты нарушения прав человека. Там есть
организация «Звено», которая занимается тоже рядом прав. Ну, в общем-то, да, достаточно много, да, и Константин тоже, я вижу, в списке есть. То есть, на самом деле, в Беларуси мы как-то считали более 30 правозащитных организаций, часть из них региональные, то есть, на самом деле, их много, просто что про них, к сожалению, не всегда знают, но какой-нибудь интересующей группы часто можно как бы оказаться, что есть даже профильные организации, которые чем-то таким, да, центр исторической тяжбы, да, ну, сейчас, да, немножко менее активно, они тоже есть. Но, в общем-то, да, спектр, наверное, видите и сами можете рассказать. Я хотела вам показать еще несколько слайдов про то, где можно волонтерить, потому что вот этот вопрос как раз не все с этих перечисленных... А, еще есть CTM Act, который занимается именно вопросом реабилитации вообще людям, которые освободились с места заключения. А это где можно волонтерить. Ну, я сделала подборку буквально из 5 пунктов. Вот кто сейчас суперактивно ищет, потому что в той же правовой инициативе у них раньше была опция волонтерства, сейчас они говорят, ну, чуть не до того, поэтому их, например, список не включала. Вот где прямо сейчас можно волонтерить, мы тоже вам на mail информацию пришлем. Во-первых, вот у нас вообще на Константе есть своя волонтим. Вот, я не знаю, видно, надеюсь, на экране. У нас есть отдельная страница, где можно почитать, посмотреть, как это выглядит, как присоединиться, что такое, в общем-то, да. Ну, как бы ссылка про это. Во-вторых, правозащитный центр «Весна», да, у которых есть отдельно общая анкета на волонтерство по разным направлениям, есть отдельно сейчас актуальная тема, это наблюдение за судебными процессами, про то, что происходит, тоже можно вот активно присоединяться и помогать. А вот свежее объявление про белорусского статуса журналистов, они ищут волонтеров в Минске, чтобы помогать опрашивать тех журналистов, которые были репрессированы в последние события. Горяченькое объявление, это прям сегодня только вот из печечки достали, прям вам принесли. Да, ну, вчера, ладно. Тоже почти свежая с пробонубай. Это как раз мы сейчас на фоне событий в команде много чем занимаемся, кроме наших классических направлений. Это пробонубай — это инициатива, которая собирает агрегатор всех информации про бесплатную помощь людям, пострадавших в свете последних событий по разным темам, там и юридическим, и финансовым, и с трудоустройством, и с чем угодно. В общем-то, это тоже всегда нужны люди, потому что кроме сайта, там есть горячий телефон, горячая линия, чаты, на которые надо отвечать, и вот все время нам нужны люди, которые будут приходить и помогать. И последняя важная часть очень для нас — созданный Международный комитет по расследованию пыток, куда входит часть вот правозащитных организаций, в том числе права инициатива, Women Constanta, и нам тоже нужны люди очень, которые будут помогать и собирать информацию о пытках, и расшифровывать интервью, и вообще там просматривать какие-то видео. Достаточно многие вещи надо делать, и поэтому вот есть ссылка про то, как можно присоединиться и помочь в этой ситуации. Опять же, это не претендуемый совсем полный обзор, это то, что вот мы знаем, то, что было близко, чтобы просто вам рассказать. Удаленно можно волонтерить, у нас почти весь формат, особенно сейчас за коронавирусом, почти все происходит дистанционно, волонтерские встречи, задачи, мы через рассылку, через чатик все это скидываем, тоже это все без проблем. И про возраст, Иван, да, есть, конечно, нюансы, что мы можем про конвенцию о правах детей отдельно посмотреть, где есть право на свободу ассоциации, на участие. То есть, в принципе, мы обычно практикуем, у нас люди с 15-16 лет приходили, но можем подумать про... То есть у нас просто есть специальные дополнительные правила, когда мы просим, там, не знаю, разрешение от родителей, что-нибудь такое. Но в целом мы это тоже все можем обсуждать. Вот. В общем-то, мы специально сильно не ограничиваем, но это требует от нас как дополнительного обсуждения. Я, наверное, хотел сказать такой, наверное, момент о том, что для того, чтобы заниматься правозащитной деятельностью, для того, чтобы заниматься, делать что-то в пользу прав человека, для более справедливого, гуманного мира, да, где больше уважается достоинство каждого, каждых из нас, не обязательно делать это только вместе с какими-то организациями, инициативами или там какими-то именитыми правозащитниками, правозащитницами, да. Любые действия, которые направлены на продвижение уважения человеческого достоинства, принципа справедливости, верховенства права, если они делаются ненасильственным способом, то это все подпадает под понятие, понимание этого, видение этого ООНовских стандартов о действиях правозащитников, вот, и продвижение там прав человека, вот. Поэтому даже ваши любые действия, консультации, если у вас есть какой-то бэкграунд или понимание, что, например, сейчас происходит с задержаниями, как людей доставляют, или все, что сейчас происходит в стране, да, если у вас есть какое-то понимание о том, как с этим жить, как с этим справляться, да, любые ваши консультации другим людям, они полезны и важны, и нужны. Как минимум с позиции психологии, да, поддержка другим и показывает, что они не одни, что мы вместе в этом во всем. Ну и второе, конечно, если вы
обладаете качественными, да, знаниями в этой области, вы просто можете помогать людям легче справляться и быстрее с тем, что на них наваливается. Супер, спасибо. Главное – разделять универсальность прав человека, потому что это основное требование по декларации правозащитников, все остальное дополнительно. Хорошо. Все, спасибо. Тогда мы со всеми прощаемся. Приходите на следующий наш ивент. Все, всем пока-пока.